В одной книге все учебные заведения Павлодарской области. Центр молодежи совместно с отделом образования презентовали книгу «Кадам», которая ориентирована на школьников. Подробности узнал наш корреспондент. На презентацию пригласили учеников школ, а также преподавателей учебных заведений. На встрече рассказали об особенностях книги. Данное профориентационное пособие предназначено в основном для учеников выпускных классов. Профориентационная книга, где включены все учебные заведения нашей области. Это 4 вуза крупных нашей области, ПГУ, ПГПУ, ИНЭУ, а также ИИТ и все ТИПО нашего города и области. То есть там можно найти информацию такую, как какие специальности предоставляются в учебном заведении, где они находятся, а также информация о местонахождении и с контактными данными. Инстаграм, где можно будет просканировать QR-код для прохождения уже на саму их страницу с веб-сайтом совсем. Эта профориентационная книга создана для абитуриентов 2023 года и последующих годов, то есть для удобства. Вся информация в одной книге, не искали, чтобы во всех ресурсах, а удобно все в одном месте у них. Книга написана на двух языках – казахском и русском. В ней есть необычная глава, в которой студенты найдут 9 советов по выбору профессии, а также смогут пройти профориентационное тестирование. Данила Укенов, Евгения Мягченко, Досымбек Токай, Ердис Акпарат.